Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. И что же нам теперь делать, а Уэйн? Как быть? Я даже не знаю, после прочитанного. Всего того, что я узнал, даже не знаю, что теперь делать. Да. По сути, они от тебя, получается, они думают, что ты мертвый, и значит, возможно, мы будем в покое. Они уйдут или улетят. Я думаю, что ты прав. Они реально подумали, что они убили меня, но не облажались. Они пока не появятся в нашей жизни какое-то время, возможно. А может, вообще никогда не появятся, я не знаю. Они, ну все, как бы, они, у них же миссия выполнена, яблоко не у меня, но у них. Что им еще надо отвалить? Все верно, мы же ведь ничего больше не таим у себя. Да. Я бы мог вернуться к своим исследованиям, продолжить работу. Правда, возможно, будет немного непривычно после всего пережитого. Ну и ладно, даже спокойнее. Живем в спокойной жизни, можно заняться делами по дому обычными, тем же. Да, кстати, у нас же есть еще магазин. О, мы забыли что-то про него совсем. Точно, точно. Слушай, можно туда наведаться прямо завтра с утра. Тем более у нас не так много денег осталось. Нам нужно как-то доход поднимать, потому что, скажем так, наша казна заканчивается. Может, подумаем вообще его продаже кому-нибудь. Чем это как вариант, если прям не будет успешной продажи, то придется продавать. То мы что-то забыли на нем. Ну, короче, можно, короче, завтра начать с утра нормально пойти, жить. Да? Да. С утра пойдем в магазин, начнем житейскую жизнь. Житейскую жизнь, да? Можно. А сейчас пока. Пока можно поужинать и тут чисто телек посмотреть, как попробовать пожить как да. Нормально, спокойно, как жили раньше, как жили до этого. Порадоваться. Слышите вы, дьяволы все, вы бараны, эй! Ха, диоты! Все, мы живем без вас! Ха, мудаки. Да. Вот она, нормальная, мирская, людская жизнь. Ни забот о духах, никакие яблоки, ничего мне больше не мешают. Плевал на все это. А, можно сейчас умыться, что-нибудь перекусить, кашки какой-нибудь с утреца. Нормально зажить, наконец-то. Да. Кстати, еще закрылыш, надо поиграть. Да. Как же хорошо все-таки. Свежий воздух, с утреца, вот любил я раньше в этом парке сидеть. Здорово здесь. Наш собственный маленький прудик заводы такая. Это просто чудесно. Что все время мне Уилл твердит там? Про какой-то крюв. Говорит, торрент что-то не выкладывает, что там. Есть какие-то проблемы. Да, поиграть бы в что-нибудь можно, сейчас как раз появилось время свободное. Это здорово. Что ж, он, наверное, уже проснулся. Можно пойти посмотреть и отправиться в магазинчик. Классная печенька. Молочка только не хватает. О. Эй, ты уже проснулся, с добрым утром. О, Уэйн, здорово. Как, уже хаваешь, да? Да, вот печенька решил пожрать. Молочка только нет. Да. Я что-то пока не голодный. Да. Ну что, ты готов к нашему походу в магазин? А, да, кстати, что-то я забыл совсем с этим Far Cry. Ой, и закрю. Одни мысли об играх, что-то давно не жил нормальной такой жизни. Ладно, чё, я готов? В принципе. Да, идем тогда. Так, может что взять? А, ладно, ничего не взять. А, может еще одну печеньку? Да, еще одну печеньку. Эй, ты идешь? Да, да, сейчас печеньку возьму. Давай быстрее. Да, давно вы тут не были. Да. Сейчас, подожди, я достану ключи. Небо красивое, солнце. Так, все, я открыл. Он открыл, классно. Да, здесь особо ничего вроде не изменилось. Да. Продукты надо будет только заменить, немного наладить освещение, и, в общем-то, все будет нормально. Думаю, можно потихонечку начинать, так сказать, торговлю. Да, кстати. О. Смотри, а что это? Помнишь, это та дыра? Чё смотри, дыра? Но там ничего нету. Пусто. Ну-ка. Зуки какие-то страшные. Ладно, я, в общем-то, потом принесу досок, мы это заколотим. Да, можно будет заколотить. А? А? Ты слышал?
Да, а что было? Черт, кто-то здесь окно разбил. Да ладно. Да. Да вы что? Кто здесь? Кто это был? Эй! Так быстро смыться-то успели, а? Вот надо же, а? Опять стекло пробили. Черт, еще и тут его ремонтировать. Вот гады, а? Черт, ладно. Ладно, никого нет. Эй! А где же Уилл? Бо! А? Черт возьми! Да, что, ну, чем ты пугаешь, да? Ну а что, привыкай. Фу. Жесть, ну тебя, а? Ладно, давай приступай к работе. Ладно, я пойду пироженки доем, протухшие. Эй, давай работать.